Привет, друзья, с вами Баш. Давайте свои кулаки, мы начинаем. Па-ра-па-па-па. Окей. А, собственно, время идет. Я тоже стараюсь не сидеть на месте. Скоро стемнеет, но я планирую форсануть и взять воды. Там внизу есть озеро. Я планирую до него добраться. Окей. Mission complete. Валим домой. Хорошо, ладно, что я хотел сделать? Давайте сделаем пару кирок. Пару крутых кирок, черт возьми. А, нужно... Я слышу скелета. Надеюсь, не в моей пещере. А, нужно сделать ферму, как всегда. Сраные чешуйники. Да откуда у вас здесь столько? Усложнители процесса, блин, черт возьми. Черт. Здесь все подохли. Ладно, мне нужно выкопать как можно поскорее это. Ферма аванса. Опять этот монстрек. Да, мне нравится этот меч. Он прикольнее, чем предыдущий. Тот спавнил дракончиков, а этот спавнит огненных элементалей. Любитель, блин. Нести чушь. Извините. Окей, так. Больше факелов. А, поставим, ладно, здесь вот, допустим, источник. Какой-никакой. И вокруг поставим лаву. Ой, в землю. Надеюсь, никто факелом здесь не поломает. По-быстрому делаем палку-копалку. Так. Расти, семечко большое и маленькое. Чё это за фигня? Как это получилось? А, это типа нормальная вода такая. Окей, что у нас есть? У нас есть... Всего... А, вот это еще не поставил. Ах, черт. А, черт. Женек, ты не переживай, ты так. Все будет нормально. Подумаешь, умрешь еще разочек. Не хочу умирать, ребятки. Не хочу. Так, выращиваем вот эту хреноту. Еще какую-нибудь хреноту вырасти. И еще какую-нибудь. Сколько здесь? Две штучки как раз. Так, ладно, смотрим. У меня, по-моему, был smooth stone. Сделаем по-быстрому. Джусер. Заджусерим вот эту штуку. Окей, вперед, ребята. Вперед, времени не ждет. Время меня не ждет. Пару кирок, топор. Нужно еще больше кирок. Ладно, давайте пока копаться, там разберемся. Ладно, еще немножечко факелов. И дерево бы взять с собой, не помешало. Ах, любитель тратить время. Впустую. Все, ладно. Больше не буду так делать, ребят. Все, валим. Валим в шахту. Куда-нибудь, не знаю куда. Давайте вот здесь начнем копаться. Все, валим вниз. 74-й блок. Нам чертовски много копаться придется, но... Черт возьми. Главное в погоне за скоростью не умереть из-за неосторожности. Это будет просто тупизм всех веков и народов.
Ночь началась, скоро наступит второй день, дефикулти начнет расти. Но мы живем, ребятки. Мы просто выживаем. В прошлый раз меня убил Чупакабра в полностью освещенной пещере. Всегда держать при себе чертов блок в случае перекрытия этой хреноты. И что я еще могу себе посоветовать? Быть, черт возьми, еще более осторожным. Я и так чертовски осторожен, но быть еще более осторожным. Железо. Железо мне нужно. Пожалуйста, не убей меня. Окей. Уголь мне тоже нужен, но пока пусть стоит здесь. Сраный мотыгу, убери отсюда. Седьмая, нам нужна 12-я где-нибудь, как всегда. Железо. Все понимаю, но железо я пропускать не могу, это моя первая броня. Сейчас даже деревянную делать не стал, не знаю почему, просто не стал и все. Кварц еще не встречается, зараза. О, черт, черт, черт. 49-я высота, еще копаться и копаться. Слышу зомбарей, неплохо было бы их убить. Штучек 5, желательно. Че, зомбари, встретимся с вами один на один? Вы не против? Так. Чупакабра, нет, с тобой встречаться не хочу. Ты приносишь слишком много бед и боли в мой дом. Что это? Соль. Соль мне не нужна. Не дай бог из этой соли вылезет этот грайндер хренов. Окей, так. Уголь. Чё, вылезай где-то. Ты один здесь? Друга с собой не взял? И не надо. 24-й, я почти на месте. Первый день. Сейчас второй начнется уже. Так, так, так. Освещение. Мини-сионет, спасибо. Не сейчас. Уголь. Вроде бы никто не появился. Рискуя. Такими ненормальными прыжками. 16-й, как ни странно, я почти докопался. Это все еще экстрим хилс, надеюсь. Равнины, как охрен, какого хрена я в равнине делаю? Мудозвон, черт возьми. Окей. Ладно, хрен с ним, пусть будет равнина. Хотя на самом деле не хрен с ним. Мне по-хорошему как-то вернуться туда. 12-я высота, все, я на месте. Теперь просто, по идее, тут надо копаться. Еще бы чертову лестницу сделать. Не рычи на меня, чувак. Чё я тебе сделал? Вот я с зомбарями лучше бы поговорил. А, чёрт. Нашел себе проблему, блин, в виде песка. Ладно, все, в жопу, поднимаемся. Да, это миллиард потратит.
ресурсов моих. Ну ладно, когда буду спускаться, сделаю крышу. Когда буду подниматься, сделаю ступеньки. Мне не так много времени, чтобы тупо тусоваться туда-сюда. Потому что чертово время идет. Бежит, я бы сказал. Так. Так бы что сделать. Угу. Так, сейчас наступит день. У нас что, выращивается фигня эта? Кушать ты не хочешь. Ладно, смотрим. Мне бы еще... А, нет, кварц слишком мало, он потом пригодится. Ладно, давайте смотреть, как это делается, эта штука. Project E, вот она, вот она, вот она, вот она. А, черт. Из коблстоуна и чарковала. Где дерево? Коблстоун из чаркола, вторая делается из редстоуна и железа. Редстоун я, по-моему, находил уже где-то. Вот он-то. Редстоун и железо. Так. Чаркол готово. Чаркол с чем там? С коблстоуном. По-моему, с коблстоуном. Так, палка. Копалка. Хорошо. Такс. Кирок мало, по-хорошему бы сделать. Хотя бы каменные. Где чертов? Чертово дерево. А, издеваешься? Кирки хотел сделать. Давайте сделаем. Всегда на хотбаре держать этот. Время идет, второй день начался, дефикулти сейчас начнет расти. Факела какие-никакие есть. По-хорошему бы взять побольше, ну ладно, валим. Ступеньки. Могу себе позволить ступеньки. Третий есть, так, коблстоун. Черт, ладно, давай сделаем из двух. Здесь этого хватит. Все, ладно, погнали. Нет времени. Совсем нет времени. У нас монстрек, придется убить его. Блин, Жень, ты что, не мог сразу сделать нормально? Ребят, ну серьезно, я старался. Старался потратить время в никуда. Я умею. Ладно, ладно, валим. Ничего страшного. Я в прошлый раз больше времени потратил. Хотя в прошлый раз я эмеральды нашел. Сейчас я свалил в никуда. Ну ладно, надеюсь, я под землей двину к равнинам и там найду эти эмеральды. Ты чё, издеваешься надо мной? Чёртов гравий. А. Сачку? Окей, все, здесь уже все сделано. Валим, 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 валим. Так. О, нет. Это что? Серьезно, сразу в шахту? Ух ты, ёпты. Налево. Мне нужно ведро с водой. Мне нужно ведро с водой. Почему я такой невнимательный? Ах.
любитель тратить время в никуда. В прошлый раз же взял ведро с собой в предыдущем летсплее. Сейчас, блин, все забыл. Окей, это звучит как чупакабра. Ого, чертовски близко. Мсье. Чупакабристая. Если мне достаточно железа, я придется потратить время и сделать себе броню наверху, потому что если собираюсь разведывать эту шахту, мне нужна броня хоть какая-то. Лаву надо будет сразу залить. Желательно еще одно ведро лавы взять себе. Но это так, по возможности уже, конечно. Не стоит рисковать. Лишний раз. Оно мне, в принципе, ни к чему сейчас. Ладно, нафиг тогда не буду брать. Просто залью ее. Так, все на поверхности. Обязательно стак коблстоуна с собой. Проверяем наличие достаточного количества железа. Этого достаточно. Перемалываем его. Мне нужна железная броня хоть какая-то. Пыры-пыры-пыры-пыры-пыры-пыры. Все будет нормально. Даже не думайте ни о чем. На улице сейчас день. Дификулти 0.2 начала расти. Фигня, ничего страшного. Переживем. Так, начинай жариться. Не тратить время просто так. Какой меч прекрасный, прям так огнем обливается. И он, блин, мощный, мне нравится. Если бы еще enchantment table в деревне нашел, то я бы еще его зачарил хоть на что-то. Тогда бы он был вообще зверским. Но я не нашел, так что, в принципе, он и так неплох. И иногда, когда карту еще более-менее подходящую для хардкора в летсплее, я... ну, бегаю, то есть по просторам я не просто так вот... Мне всегда так идет, что я прям начинаю мир, и опа, и сразу перед деревней. Нет, я, то есть, создаю мир и бегаю, ищу деревню в нем. Вот, если слишком близко, если поблизости нет деревни, там, не знаю, первые 100 блоков, 200, то я пересоздаю, и так порой встречаешь что-то, что, о чем я хотел сказать, и забыл нафиг. А, я спустился так в этот, в одну из подземелий, тупо без всего, по хардкору. Там, где несколько уровней, так, и так вот, типа, уровень спускаешься, и там 14 линий, потом так опять уровень спускаешься, еще 14 линий, так, так, тяжелее и тяжелее, типа, мобы там, спаунеров, типа, больше, вот. Итак, один из мобов был, короче, зомби, да необычный. Я, короче, сломал решетку, это железную, как обычно, зашел туда, я смотрю, так, хренак двигаться не могу, смотрю, в паутине. И передо мной никого не было, такой, ладно, разворачиваюсь, начинаю ломать эту паутину, сломал ее, о, черт, сломался краник. Сломал эту паутину такой, разворачиваюсь обратно, а там зомби такой, хоп, с одной тычки мне. И я умер, а я был уже в броне, то есть... Я уже нашел в этих пещерах какую-то броню, никакую-никакую. То есть там же не просто так все. Что-то как-то долговато. Время-то идет. Броня, ты, пожалуйста, поторопись, а то... Черт возьми. Сколько мне нужно? 7? 13, по-моему, мне надо еще. Я могу, в принципе, днем побегать где-нибудь, но там я не знаю, где мне бегать, так что... А, нет, я могу руды, типа, копать. Супер, супер небезопасные.
Там лава есть. Вот, пойдем лаву-то возьмем. Сделаем бесконечный источник здесь. И пойдем сделаем, возьмем лавы. Лава, лава. Где мне сделать бесконечный источник, черт возьми? Вот здесь. Небезопасно, конечно, но пойдем возьмем. Сколько времени? Чуть-чуть времени есть. Надеюсь, эта хрень не заспавнится, когда я к ней подойду. Надо пойти подбираться наверх к ней. Ладно, ладно, это фигня. Она не заспавнится. Она нежная и добрая. Черт возьми, дай мне эту лаву. Ах. Валим. Что это? Соль. Тут водные какие-то процедуры. Углюголь. Это железо, вот это, в принципе, можно было вскопнуть. Но я боюсь, эти монстры появятся, чертова. Окей, не появились. Так, чувствую, что темнеет. Так, тут вроде халявный опыт какой-то. Ладно, валим. Нефиг здесь задерживаться. Тут мне не рады. Окей. Возьмем просто ведро. Оно мне тоже пригодится. Это ведро с лавой или что? Я лаву взял или нет? Ладно, в жопу. Нет времени разбираться с этой хренью. Нету так нету. Куда ты попала? Офиг. Не знаю куда. И не пофиг на самом деле, но черт возьми. Нет времени разбираться со всеми этими проблемами. Все, 14, этого достаточно. Время уже пипец, сложность 0.5. Валим. Так, хоть какая-то броня, меч есть. Ведро взял. Немного факелов, пожалуйста. Скелет мнется под дверью. Убить, что ли, его? Ладно, может, и не под дверью. Все, ладно, валим. Нет времени разбираться с этими чуваками. Деревянный топор, каменные кирки. Миллиард всего, блин, набрал. Все, ладно, валим. Нужно копаться сейчас, искать очень много ресурсов. Как можно в кратчайшие сроки. А, я в пещеру хотел зайти. Там чупакабра, чертова. Ладно, сейчас посмотрим. Кулак силы. Лайк. Вот здесь да, это было. Окей. Небезопасно максимально. Просто наплевательские отношения к безопасности. Окей, зомби это хорошо. А чупакабра это плохо. Так, лаву надо по-быстрому залить сейчас будет. Умерла. Тут вроде бы более-менее безопасно. Что за биом? Где-то зомби слышу. Вот здесь возможно. Черт. Зомби? Are you here? Вот здесь вот. Окей. Окей.
Ладно, жопа зомби. Ладно, вроде более-менее все осветил. Давайте копаться. Не нужно. Форест вообще. Мне вот сюда надо куда-то копаться. Если хочу хоть что-то найти. Ладно, ладно, все, хватит тратить время. 13 уровень, мне нужно быть на 12. Погнали. Железо. Окей. А, черт, я совсем забыл, что чупакабра наплевать, где спавнится. Те еще мерзавцы. Ах, блин. Они типа peaceful, но на самом деле ни хрена не peaceful. Не знаю, зачем они это сделали, но когда включаешь peaceful, чупакабры не умирают и становятся такими же агрессивными, то есть им вообще наплевать. Да, Жень, давай, трать время. Ставь блоки, ломай блоки. Это так прекрасно. Так, ладно. Зомби, я очень хочу тебя убить, будь уверен, но я не могу. Так, халтурное железо. Тут экстрим хилс такие еще, блин, эти миниатюрные. Тоже мне экстрим хилс. Труда. Железо, похоже, да. Окей. Эмеральд. Нифига себе. В миниатюрном мире нашел эмеральд. Спасибо. Ладно, пробежимся с палкой. Черт, мод изменить. Г. Все. Так, 16 тысяч. Это, по-моему, эмераль, да? Ой, черт. Не то, чтобы мне они нужны были, но, черт возьми, давайте. Ой, черт. Фантом заспаунился, видели? Эта сложность еще маленькая. То есть эти хреноты, хреновины спаунятся, блин, где хотят. То есть мобы убили, и они оба заспаунились. Потому что я, говорит, могу. Так, ты не мешаешь. Еще парочка эмеральдов. Это сейчас этот фантом легкий, а потом, блин, еще эмеральд. И алмаз тут рядом. 16, 16, 16. Вот это надо ломать, сейчас они заспаунятся. Вы чертовы ублюдки. Еще страшно, так вообще нереально. От этих звуков ненормальных. Так, тут где-то эмераль должен быть. Очередной. И зомби, кстати. И слизнюк. Вот и эмеральд. Где-то... Так, это чупакабра, по-моему, умирает. Так, тут еще эмеральд, тут еще и золото рядом. Просто такие чертовы залежи. Так, это алмазы? Да, это хорошо. Так, алмазики. Ах, я вас ненавижу, чертовы геонархи. Ого, вас там.
Окей, это пещера. Окей, это лава. Видели, что сейчас было? Там были сраные динамиты. Благо меня на них не присосало. Ладно. На этом закончим с вами серию, ребят. Черт возьми, ну и дурдом происходит. Окей. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и всего доброго. Пока. Что делать? Я забыл. Отходи, отходи, отходи. Черт, он загорелся. Начинает танцевать, 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 танцевать. Отжигаем, 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 отжигаем. Привет, мои дорогие бро. С вами Баш. И я открываю новый цикл видео по картам из вселенной Hearthstone. Voice from MB.